Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И как всегда по стандарту мы начинаем с тобой с ивента. Давай посмотрим, что здесь у нас будет за задание. Не знаю, сегодня может быть на аренку сходим. Так, тихо. Пляжные зомби что ли? В перемешку с кем там, я так и не понял. Сейчас посмотрим. Ну, нам дают боулинг. Боулинг луковицы. Так, ну, тут и пляжные зомби, я смотрю. И зомби с конусами, да? То есть это городские зомбари. Ладно, пока на каждую линию поставим с тобой по боулинг-луку. Нам нужно с тобой, как ты понимаешь, уничтожить еще вот эти вот надгробия, потому что они мешают нам очень сильно. Так, что там зазвучало? Волна зомби, да, идет, типа усиленная. Где там чувак с флагом? Я его не вижу. Нету, что ли? Слушай, мне кажется, что ивент будет вообще на изи. Так, а вот это для чего мне дали? Фиг с ним, пускай. А мне кто-то из подписчиков написал, что я могу прапать вроде бы, да, свой вот этот вот камыш электро. Я не смотрел, но посмотрим. Так, тихо, там, по-моему, гаргантюа идет. Да, идет. Идет, ребятушки, гаргантюа. Так, сделаем с тобой вот таким вот образом. Дэдич, тихо, куда ты своего вшивого этого бросаешь? Нормуль. Так, а тут-то что такое? Почему тут у нас, ребята, с вами как-то не заладилось, и эти зомби спокойненько здесь себе проходят? Еще один гаргантюа, он там наверху появился. Слушай, ну это последняя волна, и я тебе, знаешь, что скажу? Несмотря на то, что у нас очень много с тобой удобряшек, мы здесь пройдем. Бумс, и... Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо выплевывать своих вот этих вот мелких соплюнышей. Все, друзья мои. Ну, я тебе скажу следующее. Давай-ка мы еще разочек пройдем. Но сначала заберем награды. Так, что у нас тут выпадает? Угу. Банановая бомба. А здесь морозный арбуз. И 1000 монеток. Да, ивент легкий, поэтому стоит еще разочек пробежаться по нему. Ну что, побежали? Все то же самое, ребята, будем делать с вами. Естественно, уставлять боулинг луковицы. Пускай они здесь начнут уничтожать эти... надгробие. Причем, когда их вот такая, ребят, целая куча, они прикольно бомбят, да, сразу же. Ну, а потом, конечно, по одной появляется. И здесь уже процесс идет намного медленнее. Тут-то сразу три. Они практически один за другим сразу рвутся в бой. Так, чувачка с флагом, мы с тобой подбили. Так, монетку я заберу. Давай сюда по центру влепим, наверное, да? Зомби с конусами. Так, и наверху надо будет. По-моему, они любители выпускать гаргантюа именно на верхних рядах. Так, здесь мы поставим еще с тобой электрокамыш. Так, вот сюда поставим. Эй-эй-эй, созревайте быстрее. Видите, тут уже идет. Идет хмыреныш. Вот так вот сделаем. Пробить-то успеем или нет? Успеем. Так, а здесь вот таким образом сделаем. Так, удобряшки уже можно тратить спокойно, ребят, потому что здесь излишки уже летают. Ну, ты сам все прекрасно видишь, тут не надо ничего объяснять. Последняя волна. Вон они бегут. Гаргантюахи. Сразу же вот так делаем с тобой. Поехали. Что он там будет выбрасывать? Выбрасывает своего плешивого. Но это ему не поможет, знаете? Но смотри-ка, смотри-ка, зомби, ребята, с ведром умирает не сразу же от тучки, от грозовой. Тучке пришлось еще постараться, чтобы уничтожить вот так. Морковка, опять же банановая бомба и 1000 монет. Ну, здесь награда не особо хорошая. Ну, а теперь я предлагаю пойти... Так, что у нас тут? Ага, гемчики заработали. Окей. Что у нас на ивентах? Эпический квест. Ага, связанный со звездочкой. Слушай, давай попробуем пройти с тобой. Мы всегда любители проходить ивенты, тем более, которые состоят всего лишь из 5 уровней. Что у нас тут? Опять гаргантюа. Там у нас и фараончик будет. Ага, дают нам звездочки. Начнем их отсюда, ребята, выставлять, чтобы они как можно быстрее нам уничтожили эти надгробия. Но мощей, конечно, у них очень мало.
Слабые эти звездочки. Я еще в тот раз тебе говорил. Вот цитрон, да, это дело, ребята. Бомбашит, будь здоров. Так, давай сюда влепим, наверное, звезду. Поможем, да? Горохострелом. И вот так вот сделаем. Норм. Все отлично. Так, а подожди, подожди, тут еще и летающие, оказывается, есть. А я думал, что не будет здесь никого так из летающих, но нет, будут. Так, везде по цитрончику влепим с тобой. А звездочки бомбят под летающим, да. Тут и цитрон, по-моему, не кисло бомбит. Все, пока отлично. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, смотри, смотри. Зомби с ядром, отлично, мы его подбили. Будет знать паразит, на кого наезжать. Да ну, хорош. А, блин, с флагом же нужно было подбить его в первую очередь. Видишь, бежит. Охламонище несчастный. Так, мы его ушатали. Слушай, у нас очень много удобрений, поэтому давай вот так вот сделаем. Соберем их там всех в кучу. Нет, это не это собирает растение в кучу. Это кокосовая пушка делает. А это уничтожает всех напропалую. Ну, давай, наверное, вот так сделаем. Просто всех сдули. Так, подожди-ка, я тут раздухарился. Тут еще и Гаргантюа идет. Так, он по этому ряду. Поехали. Накося. Да, прям на минку. Как думаешь, сможем здесь пробиться с тобой, а? Я думаю, что сможем. Без потерь, конечно, не обойдется, но все-таки сможем. Да, ребята, все четенько. Так, зомби с ведром последний тут остался. Все. Ну что, первая стадия пройдена довольно неплохо. Так, зарабатываем деньжатки и переходим на второй. Так, еще получаем с тобой наградочку. Ну-ка, нормуль. Продолжаем нашу эпопею. Я так понимаю, мы с тобой в награду получим семена именно на звездочку. Хотя, кто его знает. Так, Лазербин у меня довольно неплохо прокачан. Он должен сейчас бомбить эти надгрубия моментально. Так, сюда влепим. И вот сюда вот. Бонг чой, пускай здесь такой с этим свиночком. Я сказал сюда. Так, кто там? Ага. Летуны. Друзья мои, летуны. Давай сюда, Лазербин, быстрее, быстрее, быстрее. Нам, наверное, придется с тобой вот так вот сделать. Потому что он уже поедает мои звездочки. А ты посмотри на него. Обжора несчастный. Давай, Бонг Чой, наяривай. Тут еще и Гаргантюаха идет. Явился, ё-моё, не запылился. Ну что, я предлагаю, наверное, вот сюда шипы на всякий случай поставить. И сделать вот таким вот образом. Тюн-тюн-тюн-тюн. Нормуль. Че, он там хлыща своего бросил, да? Ну, как всегда. Куда же без него-то? Так, а вот здесь Бонг Чой, наверное, один не справится, поэтому придется помогать ему. Ты видишь, да, зомби идут усиленные. Мощные, с броней. Ну, все как полагается. Все как всегда. Звездочки, да что звездочки, что от вас толку-то, я вот не понимаю этого. Не понимаю, друзья мои. Давай сюда поставим. Так, влупляем. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Бонг Чой наворотил тут делов. Молодец, красавчик. Сюда звезду поставим. Слушай, ну он не пройдет в любом случае, потому что давай ему со спины. Правильно, Бонг Чой так вот. Бомби-бомби-бомби. Отлично, а этот с броней все-таки, наверное, пройти сможет, ребят. Если звездочки, конечно, мои тут не постараются от души. Ага, они постарались. Ну-ка. Да, скорее всего, он не пройдет, ребят. Да, голова слетела. Ну что же, это был второй этап. Мы прошли его с горем пополам. Ну и переходим на следующий с тобой уровень. Так. Ивент. Третий, друзья мои, этап. Третий. Кто у нас тут будет? Давай посмотрим. Кто против нас? Ага. Робота-зомби, да? Я вот не знаю. Ну, давай шипы, наверное, сюда поставим. Звездочку сюда. Зомби идут, да? Говорит.
Голос диктора за кадром. Ну, я так понимаю, диктор тоже зомби, да? Так, что, одни звездочки, что ли, здесь будут? Серьезно? Да ладно, быть такого не может. Судя по всему, да. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, парень. Ты куда ты летишь, а? Да, он перелетает. Что ж. Наверное, с тобой лучше вот так вот сделать. Погнали. Норма. Это норма, друзья мои. Так, защитка есть у нас с тобой? Здесь поставим 3 звезды. Если что, будем именно их активировать. Да? Да. Сюда шипы. Ну что, влупляем. Прекрасно, прекрасно. С одной стороны прекрасно, а с другой стороны атасно, потому что... Да ну хорош. Чё так много-то? Меня тут только звездочки, друзья мои, спасут. Ты посмотри, сколько... Эй! Тихо. Вырубаем давай, я не знаю, там... Машины эти вырубили или не вырубили, ни ша. Вот только так. Блин, они же сейчас, ребята, все съедят на своем пути. Все абсолютно поглотят. Ты посмотри, какая тут орава из зомбятин прет на меня. Вот как я тут должен был, извините меня, сопротивляться? Ну, шансов тут мало. Там еще и зомбобот. Знаешь, что меня тут только спасет? Или спасет, или уничтожит. Да идите вы. Не, ну это слишком круто. Это, ребят, слишком круто. Вот я тебе серьезно говорю. Ты посмотри, там орава идет. Это последняя волна. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Бам. Норм. Сейчас, короче, газонокосилки у нас пойдут их уничтожать. Смотри, первая заработала. Вторая. Только таким образом. Другого варианта нету. Это я тебе точно говорю. Другого варианта здесь и быть не может. О, ну неужели? А что мне это даст? Давай вот так попробуем. Скажи, вот зачем я сделал... А, не, все нормально, нормально. Так, эти хламоны тут могут пройти, кстати. А, у нас тут еще все равно есть, да? Газонокосилочка одна. Давай прям под ноги ему поставим. И еще бабахнем здесь. Подожди, вот здесь вот, наверное. Тыч! Ну, что-нибудь получится у нас? Ты посмотри, как хлыщ мелкий. Мы его разобрали. Слушай, ну здесь я, слава богу, не тратил, по-моему, да? Ничегошеньки из своих финансиков. Поэтому очень все прекрасно получилось. Поедатель звездочки, это посмотри на него. И взрыв. Бам! Рассыпался. Ну что же, великолепненько мы с тобой прошли. Остается еще чуть-чуть, и мы получим с тобой наградочки. Но все равно я считаю, ребята, что звездочка, ну, слишком слабая. Так, еще 2 уровня. Переходим с тобой на 4-й. Так, а здесь у нас... Ого-го. Тут серьезный противник. Банановые бомбы. Неспроста. Неспроста это все дают. Поехали. Банана. Тыч. Зато уничтожает сразу же, да? Надо будет это учесть. Давай сюда. И вот сюда. Так, звездочки, встаем. Блин, очень долгая перезарядка, конечно, у них. Очень долгая. Вот этих нужно в первую очередь, ребята, бомбить. Ну. Ну где там, блин? Очень долго. Так, вот этого тоже бомбим с тобой. Кто начнет сейчас свои могилки разбрасывать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, банановые, помогайте мне. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, да все и не туда. Сейчас ведь у... Блин, ребята, ну... Давай сюда влупим. Еще пока живем. Пока еще живем. Давай сюда теперь влупим. А этот все-таки, ребята, активирует. Активирует газонокосилку. Я, конечно, не хотел ее тратить, но что ж поделаешь. Смотри, что делает, а. Съедает. Так, сюда влупим. Ну что, активируем. Так, отлично. Немножко подчистили. Здесь у меня, смотри, что сделали. Лишили.
Да, одной в бананке. Так, смотри, что делать. Не успел похитить. Хотел похитить, но дудки ему. Где тут у нас этот? Я не могу понять. Нету. А как тогда он, интересно... Все, они освободились. Ребята, оп. Ах, так тут еще волна. А я-то радостно думал, что это последний, ага. Как же последний? Далеко, друзья мои, не последние. Далеко не последние. Так, здесь, по ходу дела, тоже, да, активируют. Успеем мы его подбить? Тогда будет хорошо. Не успеем, будет плохо. Угу. Ты посмотри, какая орда идет. Давай туда быстро, быстро, быстро бомбим. И здесь, и там, и везде, где только можно. Они сейчас их, наверное, уничтожат мне, да? Ну, не уничтожат, а... Давай вот сюда попробуем влепить. Так. Ну что, друзья мои, придется использовать вот такую вот штуку. Не хотел. Не хотел я тратить здесь финансы свои. Но, как ты видишь, пришлось. Стоп. А внизу-то, внизу-то, ребята, у нас с тобой... Ничегошеньки нет. Неужели придется... Нет, подожди, попробуем сами справиться. Ну, отлично. Значит, все-таки обойдемся с тобой одной тратой денег. Давай, давай вот этого хламона. Да что же... Бесят мне эти звездочки. Вообще никакой атаки нету мощной. Может быть, если они будут прокачаны, я не знаю, там до 10 ступени, может быть, тогда от них будет какой-то толк. Но в данный момент я не вижу ничего из них толкового. Так, ну что, переходим с тобой на последний этап. Давайте быстрее. Быстрее, у нас еще арена, наверное, будет сегодня. А может быть, даже Пенни пурсует. Так, я должен защитить вот эти вот капельки. Так, я вижу там, друзья мои, зомби с курицами. Вот не было печали. Вот именно зомби с курицами мне только и не хватало. Ну, давай. А, так тут еще и вот эти зомби, которые... Твою же налево, которые любят перепрыгивать. Ну и чё? Как быть? Так, подожди-ка, магнит. Пускай стоит. Пускай стоит магнит здесь, ребята, неспроста, да? Так-так-так-так, подожди. Эй! Да ну! Серьезно, вот так вот много вас тут? Слушайте, ребят, пора, по-моему, влуплять. Влупил, да как-то кисленько. А если так? Попрыгушкин, да? Ты посмотри на него. Оу, тут еще и вон кто у нас, ребята. Успеем, как ты думаешь? Поехали. А что случилось? А, съели все-таки, да? Ребят, не успел, не углядел. Придется переиграть. Ну что же, давай. Еще очередная попыточка у нас. Там еще, блин, Гаргантюа. Нужно подготовиться здесь как следует. Звездочка, давай сюда, наверное, влеплять ее. Боулинг тут еще у нас. Так. Тут еще эти куры побегут. А за ними нужно тоже смотреть пристально. Так, спасибо за удобряшку. Так, и главное, надо наблюдать, ребята, за кем? За зомби-прыгунами. Где эти зомби? Там прыгуны. И пока не вижу, ребят. Зато вижу кур. Вижу кур. Так. Пока вроде бы все под контролем. Блин, пока. Идите отсюда. Всех зуваем, ребят. Всех. Сюда поставим звезду. Так, что можно здесь? А, можно вот так, наверное, сделать. Хоба. Точно, ребята, а что я раньше такого не делал? Можно же их действительно замораживать. Да, это намного эффективнее. Почему? Где? У меня никого больше, ребята, не выпадает. Где мои все растения? Эй! А где? Вот это все, что мне дали на этом... Хорош? Вы хотите сказать, что ли? Да, ну. Так, замораживаем. Так, следующая, что там партия вышла уже. Я еще с этой-то не разобрался. Эй! Хорош, говнюший. Ладно. Ой, я не то сделал, ребят. Я совсем не это хотел. Так, этого мелкого хлыща уничтожьте, пожалуйста. Есть контакт.
Ну, тут уже на всякий случай, ребята, если что, я буду уже применять газонокосилку. Ну, их нафиг. Давай, давай, давай. Так, остается здесь один чувак с фортепиано, да? Все. Ну что, прошли. Да, друзья мои, прошли. Ну и, соответственно, получаем с тобой пиньяту, а в ней уже награда. А что в ней будет, сейчас увидим. Так, пиньятушка, а ну-ка вскрывайся. Так, 10 морозных арбузов. Слушай, неплохо. 10 огненных горхострелов, которые к тому же еще и прапываются до 3 уровня. Так, вишневая бомба. Плюс близнецы-подсолнухи. Ну и 10 звездочек, ребята. По ходу дела все. Да, вот такой вот у нас с тобой был сегодня ивент. Так, а больше... больше ничего, да? Ну вот если только вот этот проходить, ну вряд ли я потяну. Вряд ли. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут вообще еще есть. Так, можно зайти на аренку, глянуть. Да? Так, здесь заберем награды. Спасибо большое. Так, секунду. Можно в Пенни Пурсуит заглянуть, кстати, еще. Давай, наверное, сюда глянем, посмотрим. Что такое? 3400, а за что нам это дают? Я что-то не понял. Что это за награда? А, у нас с тобой обновился. Все, я понял, ребята. Так, ну что же, это даже радует. Здесь можно заработать 5 звездочек. Уровень зомби 4. Попробуем. Уровень зомби 4, я думаю, что мы должны справиться. Все зависит от того, какой, во-первых, какая локация, но и какие зомби. Так, еще и цветочки мы должны тут с тобой защитить. Так, заморозка. Ну давай, наверное, вот это поставим с тобой. Ой. То-то-то-то-то, что-то так. Виноградинка, это хорошо. Так, это тоже, подожди, а в... А в чем прикол? Ну, звездочку я поставлю сюда. Надгробие, ну... Слушай, а что это за надгробие такое? Отсюда, наверное, зомбарь будет лезть рано или поздно, да? Какое-то оно серое. Не такое, как обычно. Так, что, бомбанем или что сделаем? Бомбанем, наверное, да, с тобой? Бых! Норм. Давай, сельдерей, прячься. Так, виноградину мы с тобой оставим. О, два щита сразу, прикинь. Двойной щит у нас тут. Давай вот этих вот бомби. Со спины, правильно, так и надо. Блин, а вот то, что тут летающие, вот это плохо. Их, наверное, придется вот так, ребята. Тихо, тихо, виноградина, давай. Бамс. Чётенько. Так, слушай, слушай, слушай. Идите прочь. Ну-ка. Блин. Тут еще и чуваки с факелами, оказывается, есть. Это плохо, ребята. Можно вот так вот их. Опа, и факел их не тухнет. Автоматически. Ну-ка. Давай, 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 давай. Чё там, не бомбишь, не шиша. Поехали. Да, виноград, конечно, крут. Бомбит не по-детски. Сам видишь прекрасно, да, что он вытворяет. Ну что, активируем звездочку. А что у нас вот здесь, вот если мы так сделаем, то... Не знаю, что он там делает. Жить. Сдули. Опа. А эти-то, смотри, уже здесь прошли. Ну-ка, звездочка, активируемся. Что-то там, по-моему, хрустят. Они уже там что-то поедают у меня. Вовсю. Че, блин, не уже... А, вот, успеем, наверное, да? Есть такое дело. Успели. Ты посмотри, вот здесь вот идут просто вот в наглую. Все на своем пути пробивает. Так, теперь наверху, вот, ребята, я опасаюсь, что пройдут. Виноградина. Замечательно. Да, вот против этих ханориков-то, конечно, ребята, нам ничего не поможет. Я сдуваю, короче, их. Эй, 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 эй. Хорош, хорош.
Сюда поставим и сюда. Этих сдуем обратно. Блин, этот с фортепиано прет. Давай так, наверное, сделаем. Эй, виноград. Шикарно. Блин, ну вот как мне вот эти вот бесят, а я не могу прям. Вот эти вот хлыщи мелкие, понимаешь? Вот именно тем, что... О, спасибо. Да подожди ты, ну. Зашибись. Ну вот здесь-то основная фигня идет. Смотри. Основная куча. Нет, придется вот так вот делать. Я просто не уверен, что я с ними бы справился. Да, ребята, было сложно, серьезно тебе говорю, очень много потратил, но тем не менее, 5 звездочек мы получаем с тобой, плюс еще и 5 гемов. И прокачиваем перк до 2 уровня. Сложновато. Сложновато. Самое главное, очень большие траты по финансам, ребята. Так, давай посмотрим, что у нас здесь будет. Ну, 4 гема, ребята, мне как бы не особо нужны. Здесь я больше уверен, что вряд ли справлюсь, поэтому 800 монет. Лучше получить 800 монет и потратиться как можно меньше, да? Так, давай смотреть, что здесь. Как меня сегодня сосед достал со своим ремонтом. В плане, я не понял, что за бред. Давай, наверное, вот это с тобой сделаем. Тут нужно, видимо, накопить солнечную энергию, я так понял, да? Ух, слушай-ка. Ну так это прекрасно, что у нас все с тобой под ультой. Так, огненный растение, плюс мину возьмем, да, с тобой? Плюс. Так, раз тут заморозка, хотя я бы не сказал, что тут заморозка, да? Что еще можно нам взять? Мины взяли, это взяли. Так, тут у нас чувачки с факелами, это значит, что нам надо взять капельку. Капелька нам доступна? Доступна. Так, летающий здесь есть? В принципе, есть. Хм. Ну, давай вот так, наверное, сделаем. И вот так. Я думаю, этого будет достаточно. Ну что, поехали, ребят. Так, нам говорят выставить, да? Так я никого выставлять не буду. Я лучше уже в процессе буду выставлять. Так, отогрев идет. Ну и куда вы, охламоны, выкатываетесь? Вот объясните-ка мне на милость. Конечно же, будем, ребята, их жарить. Тут и лазербины, тут все у нас с тобой сейчас будут. Да-да-да-да-да, с факелом разогнался, конечно, ага. Так я тебе и позволил тут пройти. Такой наивный. Наивный хлопчик, оказывается, был. Так, лазербин. Тут, короче, ребят, проблема. Да иди ты. Заморозка. Сюда влупим. Ну-ка, что ты делать будешь? А, ты автоматически разбрасываешь свои комочки, да? Я понял тебе. Так, это фасоль. Все это с тобой мы тут разбрасываем. Где ни попадя. Так нужно. Опять же. Опа, и все в заморозочку. Норм. Так, бомбим. Плюс здесь. Так, а что мы там должны с тобой сделать? Набрать то ли определенное количество убийств, то ли определенное количество... Не знаю, чего-то. Короче, чего-то должны набить с тобой. Давай сделаем так. Сюда поставим. Что-то одна волна. Я не могу понять, что должно сделать-то в конце концов. Правильно ли я все делаю или чего? Ну-ка. Неплохо так бомбанули. Капельку. Ну-ка, вот сюда вот. Мину. Ну, взрывы-то будут сегодня или нет? И сделаем вот так еще с тобой. Все по ходу дела, да? Нужное количество мы с тобой набрали. То есть это говорит о чем? О том, что мы прошли с тобой этот этап. Ну да, прошли. Так, что тут можно сделать? Давай вот так вот. Круто.
Очень-очень круто. Такой разнос устроили. Так, 43 секунды у нас еще с тобой времени. Ну-ка, если я вот так сделаю. Шик и блеск. Солнечной энергии просто куча. Хоба. А вот эти вот, когда висят, ребята, на них не действует заморозка. То есть они на своих лианах раскачиваются и неуязвимы. До тех пор, пока не упадут на землю, естественно. Как только они касаются земли, все, сразу же им крышка. Так, ну что, я хочу вот эту вот еще мяту использовать. Да чтоб вас. Так, 6 секунд, ну дайте мне использовать, ну... Не, не успею, ребят. Ну, в принципе, уже и не важно. Все равно победа здесь за нами. Или успею? Успел, ребята. Ну, как ты видишь, прошли мы. Получаем 800 монет, плюс прокачка перка до 2 уровня. Так, и двигаемся дальше. Попробуем следующий с тобой этапчик пройти. Это будет 3-й. Здесь 1000 монет. Ага, здесь можно получить звездочку. 5 штук. Попробуем. Будем с тобой потихонечку копить на звездочки. Хоть мне этот фрукт не особо и нравится. Что это за фрукт звездочка, блин? Извини меня. Где вы видели такой фрукт? Звездочка. Блин, не было печали, ребята. Тут у нас с тобой... Ёлки ты палки. Морозное отребье. Мы еще должны тут с тобой как-то защищать наши растения. Ладно, я возьму здесь... Чертополох. Я не знаю, правильно ли я делаю. Здесь наверняка будет заморозка. Наверное, нам надо брать с тобой картошку горящую. Или что, или как? Или просто нам взять с тобой... Так, вот этого, наверное, возьмем с тобой, да? Пригодится он нам здесь. Наверное, мину возьмем. И еще два последних. Я вот не знаю, нужны ли нам здесь с тобой подсолнухи или нет. По идее, как бы нужны. Так, подожди, давай лучше вот, наверное, вот так сделаем с тобой. Че, ребят, пробуем? Апгрейд, 2500, да. Нам нужно сделать с тобой апгрейд. Все. Так, ну... Ой, зачем я убрал-то? Да блин, ну не это же, хотя... А хотя почему не это? Это вроде бы все. Так, летающие здесь есть? Тут и летающие есть, понимаешь? Беда. Мина. Против летающих нам, наверное, все-таки придется с тобой брать клевер. Клевер, да? Да, возьмем клевер. Где он тут у нас? Вот он. Ну что, я не знаю, ребят, попробуем. Еще, видишь, вот этих нужно как-то защитить, хотя... Хотя, может быть, и не нужно. Так. Предположим. Плюс мины. Вот таким вот образом. А, здесь у нас не защищен. А зачем я лазербин-то сюда взял? Ой, дурик. Здесь он нафига нужен мне? Блин. Трындец. Взял на свою голову. И подсолнухов ни одного не взял. Ух, далеко пойдем, конечно. Молодец, Рэй, ничего не скажешь. Ладно, посмотрим. Может, зря паникуем. Хотя... Хотя, нет, не зря, наверное. Чего они такие мощные-то, эй? Блин, я уже вижу, ребята, они довольно серьезно настроены против меня. Трындец. Это только первые олхи идут. Ладно, взрыв по ним плачет. И этот сейчас, да, тут отребье потратит. Да, потратит, он уже потратил. Чё там еще? Оу! Слушай, ну это дело дрянь. Это дело дрянь, друзья мои. А что, денег здесь не будет, да? Я все, я, ребята, понял. Это моя большая ошибка. Здесь денег не будет, поэтому... Точнее, не денег, елки-палки, а энергии. Солнечной энергии здесь не будет, поэтому все. Тут трындец. Максимум, что я могу делать, это вот так вот только сдувать их. Хитрее не фени, и все.
Да, далеко мы так, конечно, с тобой не уйдем. Ну когда ты вот отлетит, а? Хмырь. А мы с тобой должны защитить вот эти вот ягоды. Понимаешь, да? То есть захотел заработать, а на самом деле потратился. Люто. Люто буянишь, баба Зоря. Да идите вы отсюда. Ведь я так и думал, что нифига мне здесь заработать не получится. Ну, вот летит, а. А если вот так вот сделаю? А, не, вот так вот лучше. Слушай, а что, мне можно было бы, ребята, здесь... О, так здесь можно, ребята, и не обязательно их держать, да? Все тогда. Тогда я ничего больше делать здесь не буду. Упс. Смотри, толкунок идет. Всех, всех, всех с поля боя. Всех. Ну откуда ты прешь, а? Накося. Съест, съел. Нет, ребят, ну тут в любом случае не получится мне выиграть. Уже все. Финита ля комедия называется. Нет, никак. Никак не выйдет. Вот тут вот. Вот тут сейчас вот. Я не успел этого хмыря сдуть, понимаешь? Нет, ребят, первая сложность это как-то уж больно чересчур. Точнее, не первая, а вторая. Надо на первой играть. Но я хотя бы попытался. И ты видишь, ничего у меня не получилось. Сколько же, интересно, нужно иметь уровню растения, чтобы справляться со второй сложностью зомбарей вот этих вот. А? Я не знаю, ребят, вроде бы и так как бы не слабенько прокачано, но этого недостаточно. А тут нельзя еще к тому же подсолнухи брать, поэтому, ребята, я их и не брал. Угу. Обалдеть. Ну и как? И как тут быть-то? Жестко. Жестко, люто и я не знаю, что еще сказать. Давай пробуем. Ну, мины, нафиг мне мины здесь нужны. Вот это, наверное, надо брать. Вот это. Ну, этих возьмем с тобой, предположим. Я не знаю, что еще тут можно взять. Они не помогают. Ни шиша мне. Понимаешь? Ну, вот шипы можно взять, в принципе, против шаров. Боулинг. И... кого еще? Ну, можно взять еще покру. Попробуем так, что ли, сыграть? Я фиг его знает, ребят. Поехали вот так вот с тобой. Для начала, да? Плюс вот так. Покру наверняка будут морозить. 100%. Так, шипы. Куда вот эти шипы? Я не знаю, ребят, куда их ставить. Может быть, вот сюда? Ну и вот так, на всякий случай. Поехали. Опять же, это вот все ребята солнечную энергию, что мне дали, вот я выставил, все. Дальше как хочешь, так и дерись. Да. Будет сложно противостоять тут этой орде зомбарей. Ну, посмотрим. Может быть, справимся. Может быть. Каким-нибудь там чудом. Ну, здесь они полегче, согласись. В разы полегче, а правда пойдут. Вот. Вот эти вот меня нервируют. Хорьки. Ну. А, тут поле врубилось, отлично. Активировалось у нас с тобой поле. Этот все орех мой бомбит там, смотри. Все лупашит по нему. Ну вот что здесь сделать? Как тут лучше провернуть? Погоди, я не понял, почему... А, он постепенно, да, его размораживает. Ну-ка. Да этот-то фиг не отдуплился. Смотри, что происходит, ребят. Смотри, какая-то морда идет.
Да господи. Неужели промнут, а? Что-то именно к этому все идет. Ой, друзья мои, друзья. Ты посмотри. Ты просто посмотри, сколько их здесь. Это первый уровень. Вот так-то. Так, ладно, может быть, здесь все-таки получится как-то отбиться от них, я не знаю. А вон там, по-моему, слышишь, Гаргантюа идет или... Точно. Собственно, друзья мои, персоной тут... Идет Гаргантюа. Ну фиг ли, сдуваем. Вот сколько смог, столько, ребята, и сдул. А, это, ребят, последняя волна, поэтому здесь уже можно особо не тратиться. Здесь мы с тобой уже будем активировать, скорее всего, наши вот эти вот. О-о-о-о, ты посмотри. Ты просто полюбуйся. Это трэш. Это, ребята, трэшак. Просто, посмотри. Они все тут сминают. Ну и мы их тоже сминаем. Так, на верхнем ряду все чисто. Вот остается здесь. Ну, Покра тут молодец, конечно. Она этих щитоносцев уничтожает вообще на изи. Че он там бомбит? По кому он там стучит-то? А, щит пробивает. Вот они что. То есть, ну, получается, что мы с тобой потратили всего лишь... Одну газонокосилку. Вот это я не могу понять только что. Что? Счетчик упал до единички. То есть комбо-бонус или что это, я фиг знает. Прошли, надеюсь, хватит нам. Да, мы прошли. Тысячу я заработал, ребята. Столько потратил, тысячу всего лишь получил. И спрашивается, нафиг оно нужно, да? Фиг с ним. Так, энергии еще есть у нас с тобой. На следующий... О, 1200. Ну что, попробуем? 1200 монет заработаем, если пройдем. Опять же, если пройдем. Так, ну ладно. Ромашечка, все. Поехали. Выберите перк. Я вот не знаю, давай вот этот возьмем. Я ни разу не брал, просто, ребят, не знаю, что он дает нам. Скорее всего, там какое-нибудь ускорение. Цитрончик. Ага, нам нельзя с тобой сфейлить, короче, 10 растений. Понял, да? На-ка. Так. Ну это тахалабуда, блин. О, слушай, вот это хорошее, ребят, растение. Вы же мне советовали, да, его взять? Это гипногрипп этот. Так почему он не гипнотизирует? В чем проблема? Что с ним не так? Что с этим грибом не так, ребят? А, так он понял, понял. Он только обычных зомбарей, да, может? А вот этих вот никак у него не получается, ясно. Все, я понял. Так, давай-ка вот так вот сделаем, чтобы я не знаю, что это будет. Так, 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 так. Вылупляем. Да нет, вроде бы он и этих может. Так, прикольно. Давай тогда сюда еще влепим. Ну ты вот куда ты вот прешь, а? Куда ты вот прешь? Звали тебе сюда? Нет, не звали. Слушай, а может быть действительно купить нам с вами этот гипногрипп? А, ребят, напишите в комментариях. Стоит или не стоит набрать его? Этот гипногрипп. Давай так вот сделаем. Что он такой сейчас сделал? Я не понял. Ты посмотри, как он активируется. Смотри. А, все, я понял. Он сдувает. Он сдувает всех с поля. Вот оно что. Ну, вот и все. Зачем я редиску сюда поставил? Скажи мне, зачем? Зачем мне вот здесь вот надо это все? Ладно, сделаем. Все, ребят, победа. Ну, я считаю, этот уровень был довольно легким. И прикольно, сейчас зомбус проснется у нас, по идее, да? Нет, спит еще. А у меня больше нет энергии, чтобы
35 уровень. Тут 1400 давалось бы. Кстати, мы с тобой не заходили в магазин и не забирали бесплатную пиньету. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, 5 кокосовых пушек. И... Так, стария. Ну, в принципе, неплохо. Так, а что тут у нас еще есть? Костюмчик такой. А гриб любви у нас с тобой в кепке в такой, да, получается. Так, это пиньет, это банды. Ну, ресурсы и апгрейды, все понятно. Ну что, заглянем с тобой на арену. Я надеюсь, она обновилась и... Фиг знает, что там у нас. А что там у нас? Наверное, новые какие-то бои. Так, что у нас тут? 5 гемов мы с тобой забираем. А, у нас же опять же этот арена зомби, который... А, нет. Нет, ребятушки, все отлично. Так, 13 конфет, 39 гемов и 1680 монет. Да, аренка обновилась. Так, а мне не хватает сколько? Там нужно 150, по-моему, да? И я, как всегда, на последнем месте, потому что я еще здесь не играл. Только сейчас при вас зашел. Давай посмотрим. Я с удовольствием хочу глянуть, какие здесь условия на арене. И кто? И кто, и против кого? Ой. Так. Ну, ребятушки, ну тут-то сам Бог велел поиграть нам. Когда такой бонус дают, даже эти птеродактили мне не страшны. Капельку взял, шипы взял. Так, что еще? Я не знаю, вот это вот, по-моему, ребята, не нужно нам. Так, секунду. Секунду. Возьмем, наверное, с тобой. Ну что, не, не первобытный. Возьмем, наверное, с тобой подсолнухи еще, да? По всему прочему, плюс арбуз с заморозкой и мины. Все, наверное, да? Поехали. Тем более тут еще дают бонусную дорожку. Отлично, ребят. Так. Да поехали сразу. Поехали сразу. Я буду, ребят, наверное, выставлять. Тихо ты. Идите прочь. Идите прочь, я вам говорю. Так, подожди, подожди. Ну вот куда ты? Куда ты погнал? Гонит он там. Естественно, ребят, сразу заморозка. Тут и думать не о чем. И поехали. Так, мины. Что тут? Ну давай звездочку сюда поставим. Сюда поставим шипы. Че, противник нас опережает, я понял. Еще подсолнух. Так, бегут, да? Бегут охламоны. Так, выставляем мины. Еще подсолнух. Тут звездочку поставим с тобой. Шипы. Еще один подсолнух. Ну и пошли в бой уже арбузы. Так, мы с тобой фейлимся. Да-да-да-да-да. Так вот, ребят, происходит. Блин, они опять здесь мощные, да? Я так смотрю. Стоямба. А чё? Эй-эй-эй-эй-эй. А на них заморозка не работает? Я так понял. Ну я же этого не знал. Блин, на них заморозка не работает. Да иди ты. Слушай, мы фейлимся, друзья мои. С ужасной силой. Да хорош. Чё мне надо-то, я не пойму. Ну давай шипы сюда влупим. Тут, наверное, все-таки их надо шипами бомбить. Кромсать всех одного за другим. Но все равно проигрываю. Значит, надо было дамага дофигища брать. Смотри, смотри, смотри. Просто сломя голову шуруют. Вот зачем я это сделал? Зачем это надо было, а? Но ведь это ни к чему хорошему не приводит. Энергия солнечная не падает. Бомбить мне, блин, неким. Солнышко там, блин, грустит. Ну и как ты понимаешь, тут пахнет фейлом. Че это? За счет вот этих мин только, если выкручиваться. Да, ну это бред.
Почему вот это не срабатывает? Все, ребята, потерял преимущество, как говорится, конкретное. Нет, капелька здесь не нужна была. И подсолнух, я так понимаю, здесь тоже вообще не нужен. Так, бред полный. Здесь нужны мины, здесь нужны, я не знаю, там. Ну, что тут у него? Ну, я так и понял. Короче, здесь нужны одни взрывные растения. Так, ладно, пойдем переигрывать с тобой. Сегодня я должен получить 150 кубков. И я их получу. И я их заработаю, понимаешь? Так, где эта команда? Вот это вот все чушь собачья. Она мне не нужна. Так, шипы есть, минка есть. Значит, мы с тобой возьмем еще вот такую вот мину. Возьмем с тобой перец и возьмем вот эту вот мету. Все, больше мне тут пока ничего не надо. Все. Че, выставим с тобой для начала вот этих вот минок. Самых простеньких. Пускай они здесь будут. Поехали. Слушай, а точно здесь нам подсолнух дают? Я что-то не помню. Да, дают по одной. Ну, взорвешься? Фигушки, там он взорвался. Ладно, если что, активируем. Так. Вот что, вот когда ты прешь? Все. Теперь вот так вот сделаем. Естественно, ребят. Сейчас одними минами будем с тобой тут орудовать. То такими, то сякими. Ну и сам понимаешь, да, вот так вот. Тыч! Удобряшка где? Я не вижу удобряшки. Вот так вот. И через удобрение, ребят. Все тут застраиваем с тобой по полной программе. Все, к ядрине фени. Чтоб ни один не пробежал просто-напросто. Вот единственное, что энергии не дают мне. Солнце, надо было все-таки брать... Наверное, подсолнух. Или не надо было? Да фиг его знает. Надо, не надо было. Мы и так вроде бы неплохо бомбим сейчас в данный момент. Вот здесь вот, конечно, шипы бы лучше бы. Хотя и так справляемся. Без шипов всяких. Ну. Че, вот сюда вот, наверное. Жух. А этот жук настолько силен, что его даже это не берет. Ты понимаешь? Ты посмотри. Смотри, какие сильные, а. Насколько мощные. Вот эти вот примитивные зомби, конечно, да, они сильные, тут не поспоришь. Тут не... Ну что, врубаем с тобой? Против мяты-то, конечно, кишка, у них танка. Не могут они против нее ничего сделать. Ну что ты идешь тут, а? Идет, подкрадывается, да, так скажем. Все, да, подкрадывался. Еще вот эти вот птеродактили. Тоже, конечно, тут дают о себе знать. Ну-ка. Да. Слушай, оно, по-моему, ничем не отличается от того испытания, которое было до этого, да? До обновления арены. Те же самые мощные зомби идут. Те же самые у нас проблемы. Так в чем же тогда разница-то? 30 секунд осталось. Не вижу никакой абсолютно, ребята, от этого разницы. Арена как была жесткая, так жесткая и осталась. Но мне-то самое главное другое. Мне сегодня нужно заработать кубки. Вот в чем сегодняшняя суть. Так, последние 10 секунд у нас с тобой идет. Ну тут победа за нами, тут однозначно, ребята, слабый противник достался мне. Опять же рандомно, специально, наверное, игра подыграла мне. Ну нет, парень что-то тут немножко вообще схандрил. Что-то таким, конечно, отрядом ничего ему не светило вообще. Тут еще выгодно играть в том, что мы можем получить с тобой до 30 звездочек, которые, в принципе, нам нужны. Мы же копим с тобой, копим. Нам это растение нравится? Нет, но... Копить-то нам никто не запрещает. И я уже сразу почему-то на третьем месте. Вот это я бустанул, так скажем. Ладно, Кейн против нас. Или мы против Кейна. В общем, не имеет значения, будем дальше сопротивляться. А лучше всего, ребята, наверное, мы сделаем с вами проще. Я сыграю вот этот бой. Это, наверное, будет последний бой, который потом я нажму на паузу.
И уже включу, ну, уберу с паузы на последнем поединке, да? Я думаю, что никто не будет против. А то мы так с тобой сейчас тут 10 поединков все будем драться, и я думаю, что ты устанешь на это все смотреть. Так, а я шипы-то, кстати, не... Вот, вот здесь вот пора использовать их. Норм. Лопнул у них этот шарик. Я даже звездочки здесь не использовал, кстати. Во-во-во-во, разогнались. На-на, всех на поджарку. К ядрене фене. Зачем я это сделал, скажи, на милость. Он здесь один-одинешник был. И смотри, ему по барабану на эти шипы. Просто по барабану. Он как был в броне, так в броне и остался. Вот тебе и весь результат. Так, что нам тут лучше вот так, наверное, сделать? Хоба. Воу-воу-воу, столько мин тут разбросали везде. Был бы только от них толк, да? Все забросал минами. На эти мины им вообще по барабану. И на шипы тоже. Он просто идет их, даже не замечает. Сминает на своем пути. Эх. Что-то мне, ребята, знаешь, что в последнее время захотелось поиграть? В какой-нибудь онлайн-проект. В какую-то игру. Ну вот в какую, пока не знаю. Ну не в линейку же, в которую я в свое время отдал. Сколько там, 6 или 10 лет. Возвращаться не хочу. Что-нибудь свеженькое и в то же время, как бы тебе сказать, интересное. Не однотипное. Что-то вот такого. А что? Не знаю, ребята. Давно не смотрел, как говорится, за этими проектами. Я даже не знаю, есть ли что-нибудь новенькое. А так вот почему-то захотелось. Ну, тут сразу же я скажу следующее. Если начнешь в эти проекты играть, уже не будет времени на обычные игрушки. Это уже я по себе знаю. Опыта, слава богу, в этом деле хватает. Так, ну что тут? Что-то как-то, по-моему, вообще у нас с тобой здесь идет все плохо. Ну, по очкам-то я, конечно, выигрываю. Но если вот брать наш общий, да, фон боя, как-то вообще не алло. Вообще не алло, слабо. Просто разминает, как не знаю кого. Мины, ну давай мины с тобой расплодим. Можно было бы, конечно, здесь сразу бы 3 активировали, но фиг с ним. Да. Уже за лямчик перепрыгнули с тобой. Ну давай. Когда вот в куче взрывается, очень классно, да? Урон идет, чувствуется, что они погибают. А когда вот по одному они наступают, ну вообще ни о чем. Все, ребятушки, время. Время закругляться в нашем бою. Так, лям 300. Лям 300 очков. Соответственно, мы с тобой выигрываем здесь, получаем 8 конфет. Нет, ребята, не получится у нас с тобой. Точнее, я бы хотел бы, но там, видишь, там награды есть. Я хочу посмотреть, как мы будем получать с тобой награды. Так, 2 перчатки остается, и сейчас я гляну на арену. Еще один бой. Еще один поединок. А там следующее что будет? 20 пиньят? Да, ребята, 20 пиньят. Конечно, хотелось бы их получить, но времени у нас... А, 16 дней, господи. Еще можно даже 20 пиньят выудить. Попытаться. Я уже буду в отпуске, поэтому в отпуске, ты сам знаешь, времени у человека дофигища, и он может спокойненько набивать, что он захочет. Верно? Верно. Погнали. Последний бой, получим с тобой... Подожди, подожди, не надо меня тут разводить. Хотели, чтобы я выставил. Нетушки. Сейчас мы будем с тобой делать все как надо. Начнем с минок. Да? Ой. Блин, я хотел сюда поставить ее. Ну куда тут бежишь, хлыщ, а? Все, выкусил. Вот будешь знать свое место. И все равно идут, и все равно идут. Тогда взрываем. Все, добегались. Охламоны. Звездочки вот эти вот какие-то здесь выставлять вообще нет, ребята, смысла. Я уже это понял. Это вообще не в наших интересах. В наших интересах делать вот так вот. Понимаешь? Все закидывать, забрасывать здесь. Минировать, так сказать. Этот еще куда бежит? Опа. Минусоид получили. Активируем.
Да, вообще нету смысла, ребята, заморачиваться со звездочками. Даже с шипами. Тут все идет чисто на мины. На картофельные. Так, не знаю, сегодня еще, наверное, поиграем с вами в ПВЗ. В ПВЗГ, я бы так сказал, да? Растение против зомби, герои. Ну. Давай-ка вот тут, наверное, сделаем с тобой. Вот так вот. Хоть бы одну минку бы, блин, не оставили бы. Нет. Не хотят ничего мне тут оставлять. И эти последние, да, доберут? Ну, естественно. Добрали, все, абсолютно. Ну, мы сейчас с тобой приблизимся к миллиону очков. Опа, давай. Вообще четенько. Ну, правда, вот сколько мы там уничтожили, да, с этими взрывами. Я бы не увидел, что тут... Как это объяснить-то? Убили много зомбарей, но именно по очкам не очень много прибавилось у нас. Вот так вот. Вот только лям перепрыгнули. Зомби. Кто там мяукает, там кряхтит, как я знаю, как старый дед. Давай, 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 сюда. Сюда, 30 секунд, отчет пошел. Просто лютость какая-то. Перец, ну-ка. А что, этот шар по барабану, да, я так понял? Трындец. Смысл тогда от этого перца, если он даже не может шар уничтожить? Интересно. Ну тут жесть, конечно. Ладно, ребята, последние 3 секунды, и победа за нами. Окей. В принципе, чувак тоже, смотри, что делал. Он брал цитрон. Цитрон здесь вообще, ребят, не рулит. Я уже это понял. Так, ну что, 2 пиньяты. Давай смотреть, что нам из них выпадет. Так. Ага. Спрингбин. И 10 звездочек. Вот оно как. Окей. И здесь мы с тобой получаем 50 риса. А хватит нам для того, чтобы прапать или нет? По-моему, не хватит. Хотя хватит, ребята. Ну что же, до второго уровня. Это круто на самом деле. 200 корон, точнее кубков мы с собой получаем. Если да, мы сможем прапаться. Ну что, у нас одна перчатка. Я думаю, есть смысл, наверное, все-таки ее добить. Хотя тут еще можно 4 получить за просмотр. Дай-ка я прапаю все-таки. Я хочу, ребят, прапать именно... Наши... Да что ты? Нашу эту... Наш рис. Рис мне нравится, вот если честно. Рис очень хорош. Если выбирать рис или вот это вот, то я бы предпочел рис. Чем курятину. А что если тут посмотреть? Так, вот смотри. Где дамаг написан? Вот, дамаг 55, а здесь 10. Вот тебе и результат. Хоть он бросает одну всего лишь курицу первого уровня, то этот бросает, извини меня, специальную клейкую бомбу. Вот так, которая наносит урон. Она задерживает противника, плюс при этом еще взрывается. Ну что, давай, наверное, все-таки добьем с тобой последнюю перчатку, которая есть. Я уже не буду здесь при вас, как говорится, смотреть рекламу. Я уже это потом сделаю далеко-далеко за кадром. А вот здесь, в данный момент, мы добьем эту перчаточку. Потом пойдем играть в растение против зомби-героя. Сегодня будем, наверное, тестить розу. Подберем под нее какую-нибудь колоду и попробуем ей сегодня немножко поиграть. Так, ну что? Да-да, сразу Let's Rock. Нет, если бы у нас был бы с тобой гриб вот этот, как он, любви я его называю, но на самом деле он не любви, нифига, а какой там гипноз гриб, хрен знает, как его назвать. Короче, который динозавров переманивает на нашу сторону, вот это было бы классно. Можно было бы еще что-то поговорить, но не в данный момент. Так, давай сюда. Что, активируем, да, наверное? Или... Не, пока не будем. Видишь, шипы бомбят, им пофиг. Ну, вообще, никакого урона. Нет, получили, но все равно еще пока целые. То есть мощные чувачки, как ни крути. Так, спасибочки. Сюда активируем.
теперь здесь. Теперь можно, в принципе, даже его так сделать. Замечательно. Перец, перец. Ну, давай сюда его активируем. Ну и что толку? Ты... Вообще толку ноль. Не, ну там что-то хлопается, взрывается. Какой-то эффект есть, шипы там, я слышу. Бомбят. Давай вот так вот сделаем. Конечно, хотелось бы вот этих вот сюда вот в три рядка влепить, а потом еще под удобрением выпустить. Это было бы вообще шикарно. Это было бы вообще, ребята, самый такой топчик, скажем так. Но они не дадут же. Они же, видишь, что делают? Тут как тут. Бегут, шуршат, ё-моё. Шип очень дорого стоит. 225 энергии. То есть много тут не побуянишь. О-о-о, пошло, пошло, пошло. Давка. Давай сделаем с тобой вот так вот и вот так. Угу. Оу. А противничек-то нас догоняет, кстати, я тебе скажу. Причем довольно круто бежит. А мы с тобой вот так вот сделаем. Некий такой отрыв. Некий такой отрыв. Ну, в принципе, ну нет, 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 нет. Отрыв не особо сильно удается у нас. Хотя вот сейчас вот, да. Немножко бустанули, так скажем. Совсем чуть-чуть. За лямчик мы уже перепрыгнули. Так, 11 секунд. Если продержимся, то... Хорошо, а если не продержимся, то фейл. Ну-ка. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Да, мы выиграли здесь. Хе-хе. И зарабатываем с тобой 3000 голды. Ну, а потом еще 30 звездочек, 12 конфеток и 8 пиньят. Но это уже будет, ребята, за кадром все сделано. За те самые 4 пиньяты, которые я получу за рекламу. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.